Первая тема – незаконное строительство в городе-курорте. Этот вопрос волнует всех ханапчан, в том числе и журналистов. Одна из главных причин стихийной застройки, по мнению прокурора, в генеральном плане. Документ приняли как можно быстрее, чтобы остановить нарушителей застройки и отстоять зеленые зоны. Приняли наспех, очевидно. В разработке общество не участвует, очевидно. Интересы экологов вообще игнорировались. Фактически все конфликты, которые сейчас возникают между правоприменителями и предпринимателем, они связаны с тем, что не конкретизировано, не определено то или иное. А там, где есть неопределенность, там, где есть определенная степень чиновника участия, коррупционная составляющая, и не принимать было нельзя. То есть это как бы то зло, на которое я понимаю, почему пошла власть, и здесь нельзя огульно сказать, вот это не принимайте ни в коем случае. Потому что весь этот период непринятия генплана происходили еще более серьезные нарушения, более системные нарушения. Отсюда и застройка пляжей и прибрежных территорий, как, например, на Утрише, и несоблюдение договорных обязательств с застройщиками. Например, детский сад на Анапском шоссе на 160 мест застройщик так и не построил, хотя землю от администрации для строительства многоквартирных жилых домов получил. Просто граждане обратились с заявлением, где наш детский сад. Мы подняли документы и увидели, что детский сад украден. Так, деликатно, если сказать. Просто государственная собственность муниципального образования, которая имеет очень высокую стоимость в этом месте. Просто передали ее. Просто на обещание о том, что мы вам потом построим. И вина тому коррупция, которую, прокурор подчеркнул этот момент, разрушает гражданское общество. Выявляем огромное количество преступлений коррупционной направленности, коррупционных сделок, коррупционных контрактов, обжалуемых в судебном порядке, и принимаем меры к защите прав государства в них. Ну вот последнее наше административное производство связано с «Сити Кристаллом». Все знают такую компанию замечательную. И эта компания привлекает бывших работников администрации. И, естественно, здесь существуют требования закона по уведомлению работодателя в связи с тем, что фактически инсайдерская информация из администрации перетекает плавно в это замечательное учреждение. Журналисты поинтересовались и ситуацией с невыплатой зарплат работникам птицефабрики в поселке Цибанабалка. За 2014 год мы погасили задолженность путем предъявления исков в суд в интересах граждан на сумму 7 миллионов 60 рублей из общей задолженности 9 миллионов 544 рубля. К сожалению, за этот период, пока мы взыскивали задолженность предыдущую, накопилась еще задолженность. Она сейчас составляет порядка 6 миллионов рублей, и деятельность нами ведется направленная на погашение. На особом контроле находятся все исполнительские действия службы судебных приставов, связанные с взысканием заработной платы. Сейчас обнаружены земельные участки на сумму, достаточную для удовлетворения требований по оплате труда. Говорили и о незаконной миграции. Выявлены около 40 фактов незаконного привлечения к труду иностранных граждан. Мигранты выдворены с территории России, организаторы понесли тяжелые финансовые потери в виде штрафов. До 800 тысяч рублей за одного незаконного мигранта. Обсудили вопросы, связанные с торговлей спиртным и табаком вблизи детских учреждений, и порядок обращения граждан в прокуратуру.